нас еще одна подъехала теплица. Капелька 2 метра шириной, обновленная. Обратите внимание разницу. Насколько она прошлой коллекции, так скажем, ниже, чем новой. Плюс добавились прогоны. Видите, здесь 2 на торцах, здесь 1. Также по стенам, обратите внимание, специально рядом поставили. Раз прогон, 2 прогон. Здесь всего лишь 1. Раз и пошел выше. 2. Здесь их получается 1, 2, 3. На старого типа 1, 2. Ну и выше она. Примерно 2,40 высотой. Сами видите, насколько. То есть прямой участок, обратите внимание, видите, насколько выше. То есть здесь вот настолько, а здесь уже пошел практически до 1,80 м. Вы можете сделать грядку 60 сантиметров, 60-70, чтобы на вытянутую руку работать. И будет прекрасная у вас теплица. Обращаю внимание, что все у нас входит в комплект. В каркасе теплицы есть весь крепеж, уплотнительная резинка на торцах, шайбы, саморезы. Если с дверью идет вот такой уголок, отлив над дверью. Дополнительно перфолинто-торцовый профиль, но в основном мы его дарим, можно так сказать, с поликарбонатом, когда у нас покупает, мы его в подарок. А если кто на месте поликарбонат покупает, если в другой регион, то мы его по себестоимости практически продаем. Такая вот теплица. Видно, да, разница какая? Больше металла, выше, надежнее, можно даже так сказать. И плюс в эксплуатации более практично и более стало использование КПД. Намного больше площади в теплице самой. Приезжайте, заказывайте. Ну, точнее, у нее высота 2,55. Даже вот сейчас замерил, написал. В коньке 2 метра 55 сантиметров. Представляете? Это у нас ряд обновленных теплиц. Капелька 2 метра там стоит. Потом рассказал про 2М до этого. Еще 2,5 арочная. Эту линейку, так сказать, это снимется потихоньку с производства, распродадим остатки. И перейдем вот на такую высокую, классную, шикарную даже теплицу. Слов не подбирать не могу. Капелька 2М. Очень аккуратно. Высокие растения можно выращивать. То есть огромные плюсы и плюсы. Экономия места на участке. Снег, можно сказать, на ней никогда не задержится. И плюс, видите, какая обрешетка.